Внимание! Я выхожу. О. Так, посмотрим, все ли у нас на месте. Кажется, все. Что это такое? 2 фунта 3 пенса. За такую сумму я могу совершить 3 витка вокруг земного шара, милейший. Держите. Это что, на чай? Это плата за проезд. Ой. Прошу. Прошу. Надеюсь, вы знаете, кто я такая? А? Знаем. Вы мисс Фурия. То есть, мисс Гарпи. Добро пожаловать, мисс Эндрю. Надеюсь, поездка была приятной. Крайне неприятно, миссис Бэнкс. Впрочем, так же, как и ваши дети. Чрезвычайно неприятно, миссис Бэнкс. Это что, Майкл? А это что, Джейн? Почему она в брюках? В мое время девочки не ходили в брюках. Да, но я... Молчать! Крайне невоспитанные дети. Мальчишку отдадим в военное училище, воспитанием девочки займусь сама. Я надеюсь, вам у нас понравится. Что это? Откуда эта груда металла, миссис Бэнкс? Что это такое? Это рядом с домом англичанина. Мой дом, моя крепость. Это же абстрактная скульптура. Тьфу, гадость какая. Убрать! Но у нас завтра это уберут. Завтра? Морген, морген, нур не хойте, загнез фау лойте. Завтра. Я? Я. Немедленно этим займусь. Вы-то? Вы не хотите пройти? Да, хочу. Где у вас туалет? Туалет? Так. Это что, ваш садовник? Эй, парень, принеси, пожалуйста, оставшиеся вещи. Только осторожней, там много пузырьков. Я слежу за своим здоровьем, миссис Бэнкс. Так. Стоять. Это слишком дорогая вещь, знаете ли, чтобы доверять ее кому-то.